Не надо ничего придумывать. Играйте просто в пас. И на скорости, и все. И в защите надо ловить. И все будет нормально. На футбольном поле Ульяновского госуниверситета регбийные баталии. Регион второй год подряд принимает чемпионат Приволжского федерального округа среди студентов. Количество участников возросло. Если в прошлом году участвовало всего 6 команд, а в этом году уже 9 мужских команд студенческих и 3 женские. Главный фаворит турнира среди парней – команда из Перми. Как и год назад, ее привез тренер Руслан Абдуллаев. Наставник сетует, с каждым годом формировать коллектив становится все сложнее. Завлечь студентов в регбийную команду дорогого стоит. Прежде всего, они приходят в университет учиться. И когда ты их начинаешь звать на тренировки каждый день, у них начинаются проблемы. У меня зачет, у меня контрольная точка, стипендия, не стипендия. Ну, остаются немногие, но зато самые сильные. Сложности комплектования команды коснулись и хозяев соревнований – сборную педагогического университета. В прошлом году она заняла только 3-е место, но теперь лишилась 4 игроков основы. Один завершил карьеру, другой ушел в профессиональный клуб. Еще двое служат в армии. Но особых проблем найти им замену, говорят, самой команде не было. Если есть желание, то можно все успеть. Поэтому это не проблема. Это, можно сказать, простая отмазка. Можно сказать. Если тебе нравится этот вид спорта, ты найдешь в любое время, в любое место, где этим позаниматься и будешь играть. Несмотря на поддержку родных стен, сборная Ульяновского педуниверситета не смогла повторить бронзовый успех прошлого года. При 9 участниках она заняла лишь 7-е место. В ее активе только одна победа над студентами из Саратова. А чемпионами, как и год назад, несмотря на сложности в комплектовании команды, стали пермяки. Также в призерах студенты из Казани. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.